А теперь подробнее об этих и других новостях. Владимир Ружицкий проинспектировал качество уборки придомовых территорий. Вместе с представителями управляющей компании «Содействие» он проверил работу коммунальных служб в микрорайоне «Птицефабрика». Подробнее в нашем сюжете. В борьбе со снегом и наледью принимают участие около 900 дворников. В первую очередь коммунальные службы уделяют внимание тротуарам, уборке снега и наледи около подъездов и с крыш жилых домов. Мы ставим задачу, чтобы не было снега, или этот снег укатан, утрамбован. Жители очень много вопросов задают и по детским площадкам, по игровым площадкам, потому что они тоже должны быть в порядке. Мы понуждаем управляющих компаний, дорожников, чтобы территории содержались, как мы говорим, в нормативном состоянии. В обслуживании управляющей компании «Содействие» более 300 многоквартирных домов. Уборку территории производят ежедневно, но жалобы все равно поступают. Снегу много, ходить невозможно. А если поскребут, то только лед один. Ну, здесь тропиночки протоптаны, прочищены. Антискользящие что-то посыпать, потому что очень скользко. Управляющая компания не оставляет без внимания ни одно обращение жителей. Выполнение работ отслеживается. Связываемся с каждым заявителем, по каждой жалобе выходим, инспектируем, обследуем, передаем в работу. Стараемся максимально сжатые сроки все обращения закрывать. Жители тоже могут помочь коммунальным службам. Если на время уборки переставить автомобиль из двора или обочины дороги, территорию от снега очистят намного быстрее. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.